Всем привет, ребят, с вами Акаки, и сегодня мы с вами поиграем в Майнкрафт. И, как всегда, в необычный. А необычный тем, что... сами посмотрите. Сегодня у нас не будет наших привычных сердечек. Они у нас будут необычными. А все потому, что они будут состоять из камней бесконечности. Так сказать, у нас будут сердца бесконечности. А самое интересное, что каждое сердечко будет давать нам суперспособности, которые помогут нам пройти Майнкрафт еще быстрее. Да, Овечка, тебе хана. Мы с вами даже сможем скрафтить себе меч бесконечности, который будет настолько сильным, что... Но это лучше как бы держаться подальше от этого всего. Всем мобам будет хана. Ну а перед тем, как мы с вами начнем крафтить свои первые сердца, я хочу вас кое о чем спросить. А вы уже поставили лайк? А вы уже подписались на канал? Если нет, то обязательно это сделайте. Займет всего лишь 2 секунды, и давайте я даже подожду. Раз, два. Ну, в принципе, да, вы должны были успеть сейчас это все сделать. Если вы успели, то вы молодцы. Ну а теперь нам нужно спрыгнуть. Не получилось. Книжка, привет. Вы наверняка мне хотите задать вопрос, а что же это у меня в правой руке? Это книжка, которая поможет нам как раз таки скрафтить все эти сердца. Одно большое сердце бесконечности. Первое сердце — это сердце разума. Для его крафта нам потребуется всего лишь 4 земельки, одно семечко и все. Считайте, у нас готов осколок сердца. Тут даже написано, что мы с вами получим. Если вы уже успели прочитать и перевести, то вы молодец. Ну а теперь нам самое главное — добыть себе побольше бревен, сделать себе доски, сделать себе верстак, сделать себе палочки, сделайте инструменты. И в принципе все. Мы с вами можем со спокойной душой добывать нужные материалы для того, чтобы скрафтить все сердца. 7 штук нам должно хватить. Перерабатываем в доски, верстак, палки, кирка. Ну, пока что все. Мне больше ничего не надо. Верстак мы пока что с вами оставим. И теперь нужно добыть себе одно семечко. И все, мы с вами его уже добыли. Теперь остается только земля. Пока что это самое простое сердце, которое мы с вами можем только скрафтить. Но эффекты, надеюсь, оно будет давать очень даже хорошие. Добавляем семечко, и у нас получается первое сердце. Сердце разума разблокировано. Посмотрите вверх, чтобы начать летать, и используйте приседания, чтобы использовать буст. И нам, кстати, выдали какие-то изумруды. А нет, это не изумруды, это таносит. О, подождите, у нас плавное падение, что ли, теперь есть? Да, у нас есть с вами плавное падение, и мы можем с вами посмотреть вверх, и да, мы начинаем с вами летать. А если shift, то мы начинаем намного быстрее летать. И я так понял то, что мы теперь с вами никогда не сможем разбиться. Так, на этот один блок падаем. Все, отлично. А что я сделаю, кстати? Не знаю. Полетели. Нужно сейчас добыть себе немножечко булыжника, чтобы сделать себе нормальные уже каменные инструменты. И заодно еще сделаем себе печку. Пусть она у нас будет. Ай! Я в камень попал! Вот это не совсем приятно. Я нашел минус этого сердца. Теперь опасно вообще что-либо добывать, смотреть вверх и так далее. Подождите, а где мой верстак? Ага, вот он. Нужные инструменты у нас готовы, но вам наверняка интересно, а для чего же нужен таносит? Это похоже на руду, добытую из Таноса, либо руда самого Таноса. И для чего мы ее с вами можем использовать? Давайте сразу посмотрим. А мы с вами уже можем скрафтить меч Таноса. Мы можем с вами еще скрафтить его броню, которая... даже не написано, насколько она. Это, конечно, все очень полезно, но пока что мы не готовы к этому. У нас слишком мало таносита, да и меч слишком опасный для нас пока что. Поэтому давайте смотреть дальше, что же мы с вами можем скрафтить. Сердце силы. Для этого 4 булыжника, 1 сахар, в принципе ничего сложного, только вот сахарный тростник будет найти очень-очень сложно. Но вот с булыжником никаких вообще проблем. Хотя и сахар теперь добыть нам не составит труда, ведь мы можем сами летать. Сейчас будем летать, смотреть, может что-нибудь найдем. Нашел. Добываем, и у нас уже есть 2 сахарных тростника. Перерабатываем быстро их сахар, берем наш верстак и начинаем крафтить новое сердце. А тут где-нибудь мы можем сами его найти? Да, сердце силы. Крафтим, забираем, и что у нас теперь появляется? Сердце силы разблокировано. Получая урон, вы получаете силу, а также скорость. В данную секунду мы пока что с вами никоим образом не сможем проверить, правда это или нет, потому что сейчас день, а мобов враждебных пока что я не наблюдаю. Есть другое тогда предложение, давайте отправимся в деревню. Возможно, там сможем найти себе Лема, который сможет нас еще и побить. Да и к тому же мы с вами не сможем упасть и получить таким образом урон, потому что, ну, сами подумайте, у нас же все-таки плавное падение. Вот искать деревню, походу, придется очень долго. Хорошо, я уже нашел деревню и надеюсь, здесь будет голем. Големчик, иди сюда. Здравствуйте, жители. О, привет, мальчуган. Привет, голем. Догони. Ты не хочешь за мной идти? Ладно, тогда есть другая идея. Давай, иди сюда. Хотя, подожди, я же хотел проверить, дашь ли ты мне... О, понял, он реально дал нам эффекты. Неплохую такую силу.
все, а где железные слитки? Выпала всего лишь какая-то душа. О, здорово, слушай, а чем ты торгуешь? Ты торгуешь тоноситом. Подождите, а что, жители теперь начали торговать им? Это подождите, мы с вами сможем броню сделать намного быстрее, чем ты торгуешь картошкой, а также морковкой. Ну-ка, давайте заберем тогда всю морковку, всю картошку, может, сможем с вами выторговать хоть чуть-чуть. Но сердце и правда работает, мне это очень нравится. Здесь еще какого-то жителя слышал. О, лучник. Подождите, за тоносит он готов отдать 16 стрел. Не-не-не, мне это не нужно. Либо более выгодные условия там найти. Например, цветочек. Вот отдают цветочек, а получают 20 тоносита. Вот прям идеально. Конечно, у нас с вами есть регенерация, все дела, но у нас все-таки остается голод. Поэтому придется сейчас добывать как можно больше снопов сена, делать себе хлеб и таким образом выживать. 64 хлеба. Пойдет. Следующее сердце это какое у нас? Это сердце реальности. Для этого нам нужны железные слитки, а также уголь. Угу. То есть нам нужно в шахту с вами. А где здесь шахта? Я где-то видел ее. Вот она. Быстрее туда. Надеюсь, мы с вами... А, ну уже нашли. Неплохо. Пойдет. 10 железной руды у нас с вами есть, остается только один уголечек. Жалко, нельзя использовать обычный древесный уголь, так было бы намного проще. Но все равно я уже нашел уголь, его добываем. И остается теперь только подняться на поверхность. А, ну мы можем с вами вот так выбраться, конечно, но это опасно, мы с вами все равно урон получаем. А пока все это у нас переплавляется, мы с вами посмотрим на животных. Может быть, кстати, еще какого-нибудь жителя найдем, который может с нами поторговаться. Я тебе предлагаю выгодные условия. Забираешь 14 семечек и ты отдаешь весь свой тоносит. Он не хочет. Я понял. В этой деревне даже нету кузницы, так бы я железо намного быстрее добыл. А, ну все, здесь как раз таки 4 железных слитка у нас готово. Берем наш верстак. И где это сердечко? Давайте даже так найду. А, стоп. А где уголь? А, точно. Сердце реальности. Забираем, и что теперь у нас появилось? Сердце реальности разблокировано. Рандомные предметы падают, когда вы получаете урон. Ага. Так, подождите. А если... Вот, идеально, идеально. Так, и какие предметы выпали? Какие-нибудь предметы все-таки должны были появиться. Я вроде урон получил, и да, они здесь оказались. 3 эндерперла, 5 динамита, точила. Ну ладно. Окей, я понял, как можно здесь бесплатно получать урон без каких-либо враждебных мобов. И у нас здесь даже появились железные ботинки на защиту 2. Забираем, надеваем, и больше ничего. А если еще раз? Зеритовые ботинки. На прочность 4. Ну, неплохо, неплохо. Даже без какого-либо враждебного моба мы с вами можем получать классные вещи. Еще и алмазы выпали. Так, и... Что у нас здесь? Алмазный нагрудник. Железный нагрудник, это нам не нужно. Давайте от всего лишнего сейчас избавимся. Ну, 18 алмазов, достаточно много. Мы с вами уже можем сделать все алмазные вещи. Но может нам сейчас повезет и что-нибудь еще классное будет. Опа, золотые слитки. Но я застрял. Ладно. А, подождите, здесь есть еще картошка, но нам не хватает, чтобы поторговаться с тем жителем. Обидно. А, мы даже под водой же можем с вами получать этот урон. Ладно, пока у нас есть время, мы даже с вами почитаем, что есть у нас еще есть. Сердце души. Для этого нам нужно 4 души и 1 бутылечек. Мобы дропают души. То есть нам сейчас нужно с вами немножечко здесь покупаться, получить немножечко урона, еще классных вещей получить, и можно будет отправляться на добычу этих душ. Я вижу назаритовый нагрудник там выпал, стейки. Стол зачарованный. Очарование. Ну, тоже пойдет, в принципе. Вот сюда поставлю, будет красиво. Кстати, эндерперлы больше не падают почему-то. Ну, ладно. Овечка, иди сюда, мне нужна твоя душа. Опа, и правда выпадает. 4 души надо, и все. Это должна была быть последней. Да, мы с вами все уже собрали. О, нет, я еще раз получил... Подождите, что это? Слаймбол на отдачу... 10? Что? Подождите, а дайте мне какого-нибудь враждебного моба, я хочу проверить это все. Или может на свинке проверить? Серьезно? Кинуть мы, конечно, слаймбол не можем, но теперь мы зато сможем с вами отталкивать всех наших враждебных мобов, которые будут на нас нападать. Может, даже дракона сможем оттолкнуть. Кто знает, может, справимся. Зомби! До свидания. А хотя, знаешь, побей меня. Давай, 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 давай. Бей, бей. Молодец, молодец. Давай еще, давай еще. С одного удара. Кстати, нам же с вами теперь не нужно крафтить бутылек, ведь мы его можем просто получить, выпив зелье, которое нам досталось. Так, ребят, можете не подходить ко мне. Спасибо. Пришло время делать новое сердце. Это сердце души. Крафтим, забираем. И что у нас теперь получается? Когда вас бьют мобы, вы получаете эффект. А какой эффект? Так, что у нас вообще здесь есть? У нас есть очень много тоносита. Нам выпал еще даже обсидиан, но мне это все не нужно. Нужно от этого всего избавиться теперь. Или подождите, там было написано вроде, если вы ударяете моба. А, ну да, вот подводное дыхание. Fire Protection, ну это ладно, мы от зелья с вами получили. Сила, скорость, Night Vision.
Ай. Насыщение. Подождите, а если вот так, ничего. А если так, ничего. Может, это все зависит от того, каких мобов мы с вами все-таки бьем. Ну-ка, кишка, кошка, иди сюда. Или паука все-таки ударить. От паука ничего не идет. Камень нам еще как-то выпал. А, ну да, нам дается голод. Если крипера ударим, ничего не дается. А если крипера, ничего не дается. О, железный топор появился зато. От этого тогда можем избавиться уже. О, алмазная руда выпала. Ну ладно, 9 штучек, так 9 штучек. Мне-то что, мне она не нужна. Мне нужно еще застрять в блоках, пожалуйста. Нужно побольше эндерперла в себе. О, неплохо, неплохо. Но опять же, ничего полезного. Ну почему? Я понял. Незаритовые вещи все взорвали. Обидно. Ладно, полетели дальше. И что здесь у нас? Незаритовые слитки вижу. Незаритовая мотыга на удачу 3. Ну, ладно. Что? Что за звук сейчас был? Наковальня упала? Ну ладно. Что же у нас дальше идет? Какой камень? Это камень космоса. Для этого нам потребуется всего лишь золото и один эндерперл. Вроде как все это у меня есть уже. Есть же? Ну да, есть. О, подождите, я вижу эндермена. У нас меч с вами на лутинг. То есть на добычу. Мы сейчас с вами, по идее, сможем добыть этого. Не смогли. Не смогли. Мало эндерперлов. О, зелье скорости. Возьмем. Сердце космоса. Берем. И что теперь? Пригибаясь, нажмите правую кнопку мыши, чтобы телепортироваться в то место, на которое вы смотрите. О, у нас наконец-то железная кирка появилась. То есть мы теперь с вами можем телепортироваться. Понял, понял. Вали, вали. Ух, нифига себе, как мы можем с вами. А ну-ка обратно. Так, слушайте, можете мне побольше урон нанести, пожалуйста? Нужны эндерперлы. Какие-то золотые, деревянные вещи. Очень полезные есть. Не знаю, что это даже. Алмазные блоки. Нет, алмазные блоки мне не нужны. А, кстати, еще один эндерперл выпал. Ну, от сердца, благодаря которому мы с вами теперь можем телепортироваться, это прям замечательно. Жалко, теперь с мобов не упадает обычный лут. Это было бы прекрасно. Но не отчаиваемся, у нас идет последнее сердце. И как оно у нас называется? Сердце времени. Для этого нам нужен редстоун, а также часики. А как часы крафтятся? Я что-то не помню. Золото и обычный редстоун. Золото у нас есть, редстоуна у нас нету. Ну ладно, со всеми бывает. Придется тогда идти в шахту и надеяться на то, что мы с вами найдем этот редстоун. Нашел. И сколько его здесь у нас? 25 штук. Но этого 100% должно хватить, чтобы скрафтить и часики, и само сердце. Забираем наше сердце, и нам дается лук бесконечности. На силу 20, воспламенение и бесконечности. К тому же он неразрушаемый. Нам еще и стрелы дались. А что здесь нам написало? Сердце времени разблокировано. Нажмите правую кнопку мыши и посмотрите на моба, чтобы отправить его в темное измерение. Выдан лук бесконечности. Хм, прикольно. А, вот оно как работает. Подождите. Ха, мы даже стрелы таким образом можем разрушать. Это, конечно, замечательно. Нам нужно еще с вами каким-то образом добыть все эндерперлы. И как нам это тогда сделать? Надо попасть в то место, где мы с вами все время будем получать урон. В воду прыгать мне не очень охота. Наковальню на себя скидывать тоже. А как нам тогда получить нужное количество эндерперлов? О, кстати, золотое зачарованное яблоко выпало. Побудем пока что так. Может быть, выпадет что-нибудь стоящее. Правда, подождать нам придется, походу, очень-очень много. Ну, в принципе, пойдет. И сколько теперь у нас? 16 эндерперлов. Неплохо. 13 плавиль. Ага. О, Blaze Power. Огненный порошок. Подождите, а есть еще где-то здесь? 32 штуки. Подождите, а здесь есть? Ага, незеритовый сет мы с вами можем еще собрать. Забираем. Шлем еще здесь есть где-нибудь? Да, есть. Все, полностью незеритовый сет. Также можно еще золотые яблочки пособирать. Но оно только одно. Ну, ладно. Так или иначе, мы с вами готовы отправляться в крепость Энда. Делаем себе глаза Энда. Забираем еще, наверное, там эндерперлы. На всякий случай, пусть будет. От редстоуна можем избавиться. Все, куда нам нужно с вами отправляться? Мы с вами теперь сможем спокойно долететь. В какую сторону? В ту. Смогу я забрать или нет? Не смогу. Хотя, подождите, нет. Пока что рановато туда отправляться. Мы же с вами можем скрафтить еще и броню Таноса и меч Таноса. Как я мог вообще про это забыть? Поэтому нужно искать деревню. Сейчас мы с вами попробуем ее где-нибудь найти. Я могу полететь? Не могу. Ой, куда я кинул? Нет! Спасибо. А, я забыл проверить. Мобы реально исчезают. Они просто испаряются!
неплохо. Так, с тобой можно поторговаться? Ага, тебе нужен уголь, и тогда ты дашь таносит. Слушай, а неплохие условия, я, пожалуй, пойду добуду. Главное сейчас найти пещеру. И желательно там, где будет очень много угля. О, а вот и уголь. Где же наш любимый житель? Пошел вон отсюда, не мешай. Это здесь? Скорее всего, да, он здесь. Слушай, мне нужно побольше таносита, так что давай, отдавай все, что у тебя есть. 26 штук, и нам, кстати, идеально хватает. Нужно теперь, правда, место освободить. Как же много лишнего у меня в инвентаре. Леггинсы Таноса, ботинки Таноса, честплейт Таноса, шлем Таноса, и остается только меч Таноса, но для этого нам нужна еще одна палочка. Выпало. Меч Таноса. Забираем. Эту броню мы с вами снимаем. Эту надеваем. И, кстати, она вся на защиту 5. И броня плюс 200%. Неплохо, неплохо. А что по мечу? Давайте его проверим. Плюс 1000% урона. Плюс 100% скорости. И плюс 200% отдачи. Мне нравится. Но мобами расправляться таким образом намного веселее, чем просто их бить. Так, ладно. Отставить всякие эти шутки. Куда нам лететь? Туда. Выпади. Спасибо. Добрался. Так, и куда мне сразу идти? Показывайте, не сюда. Вы чё нападаете на меня? Уйдите. Сколько чешуниц здесь, а? Тихо, а можно больше не появляться? А? Здрасте. Чешуницы, вы давайте мне не мешайте, потому что я сейчас уже... А, подождите, мне дали эффект замедления? Серьезно? Все, мы с вами в нужном месте. Даже нам стрелять не нужно будет. Давайте просто таким образом долетим. И можно будет... нашим зрением хоть как-то навредить кристаллам. Давайте посмотрим. Яблочко, наверное, сразу съем. А, нет, не получается. Или получается? Нет, не получается. А дракона? Нет, дракона не получается побить. А ну зато неплохой урон мы с вами наносим этим луком. Возможно, нам даже не придется сносить все эти кристаллы. Хотя, наверное, зря я ему сейчас наношу урон. Мне все-таки хочется посмотреть, сколько я ему смогу снести этим мечом. По идее, очень много. Все кристаллы снесены, остается дождаться, когда все-таки дракон сюда подойдет. Не мешайте. Зато пока можно с эндерменами поиграть, которые отлетают буквально с одного удара. Так, он приземляется. Практически с одного удара. Добиваем, добиваем, быстрее. Ты не улетишь от меня. Все. Прошли. Достаточно легко. Легко, быстро, непринужденно. Чем я бьешь? И ты чем я бьешь? Ну-ка, давай весь свой опыт. Сколько сейчас у нас будет с вами уровней? Если меньше 68, я буду расстроен. 69. Опять. Ну ладно, прыгаем. Ну что, ребят, на этом мы сегодня с вами будем заканчивать. Если вам понравился данный видос, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и, конечно, жмякайте на колокольчик. Не забудьте друзьям рассказать. Ну а с вами был Акаки. Еще раз всем спасибо за просмотр. Всем покедова.